Тульской области после реконструкции открылся госпиталь ветеранов войн и труда. Его сегодня посетил губернатор региона Алексей Дюмин. Ремонт проведен по его поручению. Как сообщается, здание было полностью обновлено в сжатые сроки за 133 дня. При этом почти треть этого времени госпиталь работал и продолжает принимать пациентов. Как отмечается, это единственное в регионе медучреждение, предназначенное для лечения ветеранов войн и труда, а также реабилитации представителей старшего поколения. Ну, конечно же, нашим ветеранам, нашим труженикам тыла, конечно же, больше нас радовать, быть здоровыми. И вот в годовщину Великой Победы еще раз их поблагодарить за их подвиги в тылу, их подвиги на передовой. И сказать им огромное спасибо и поклониться за то, что они сделали для нас, и вот то, что мы живем в мирное небо. Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей».